Привет, а ты не задавался таким вопросом, не похож ли Олег Смирнов на Юрия Хованского? Ну, а если же ты все-таки задавался таким вопросом, может быть, ты видел несколько комментариев? Я думаю, стоит же их сравнить. Лично мне кажется, то, что они немножко да похожи, ведь у них столько много общего. Ребята, всем привет, с вами снова канал Олега. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский и... Все же знают Юрия Хованского, почти каждый третий смотрит его стримы. И все знают то, что он употребляет алкогольные и табачные изделия. Да, конечно, всем может показаться то, что Олег точно такой же, но... Он не показывает это на публику, и он таким вовсе не является. Олег Смирнов настолько реалистичный и смешной. С ним приятно находиться в компании. Ведь когда Олег готовит, он всегда рассказывает какие-то шутки, прибаутки. Даже когда готовит, он танцует и исполняет всякие произведения. Вы когда-нибудь задумывались, насколько же вкусно готовит Олег Смирнов? Я думаю, Юрий Хованский готовит намного хуже, чем наш любимый блогер. Ну вот, к примеру, я могу привести, вот именно вот так готовит Юрий Хованский. Но ведь Олег Смирнов не только занимается охотой, рыбалкой и прочим. Также у него на канале можно увидеть всякие игры по типу PUBG, Fall Guys. Тараканы. Я думаю, каждый на канале Олега видел таракана. Насколько часто они атакуют его дом. Насколько часто он их смывает в унитаз. Насколько часто он вообще их снимает. Сколько же у него их дома. Сначала он пытался бороться с ними, снимать их. Смывать в унитаз. Но потом Олег просто решил их готовить. Но как же Олег? Насколько же он хорошо помогает животным? Ему жалко, ведь каким-то животным не повезло, каким-то больше повезло. Ну, думаю, всем нравятся грибочки же, да? Целое ведро. А кто еще готовил еду? Когда находился рядом с пчелами, с осами, это нужно быть очень рисковым человеком. Ну а как же без очередных танцев Олега? А копченая рыбка. Ну а как же подводная охота, рыбалка или просто подводная съемка? У Олега даже это есть. А вы видели, как горит жир? Каждому бы, да, такой улов? А у Олега всегда так после рыбалки. Ну а как же без наших любимых уточек? Да, но что будет, если Юрий Хованский пойдет один в лес? Как он сможет развести костер? Что будет, если его посадить в лодку и дать удочку? Да, конечно, Юрий Хованский занимается совсем другим. Основной контент на канале Олега — это рыбалка, охота, помощь животным, борьба с тараканами. А что же происходит на канале Хованского? Да, конечно, Юрий Хованский занимается совсем другим, но все равно же они должны быть чем-то похожи. Ух, какая щучка. Большая. Почти с Олега. Ух, какие карасики. Два карасика. Какая классная змейка.
Наверное, она все-таки не кусается. Тогда бы Олег вряд ли брал ее себе на голову. Всегда же можно просто почилить в лодке. Сколько же радости в его глазах, когда поймал рыбу. Но если вы будете с чем-то не согласны, вы можете написать в комментариях свое мнение, никто вам не мешает этого сделать. Да, конечно, Юрий Хованский занимает же. На этом, я думаю, стоит прекратить наше сравнение, ведь по ранее перечисленным фактам. Делайте вывод сами, пишите в комментариях, кто вам больше нравится, у кого больше добрых поступков, у кого больше злых. Жизнь наполнена радостями, он радуется всяким мелочам. Он не какой-то ЧСВшный мужик, который пришел на YouTube ради денег. А теперь посмотрите на Юрия Хованского. Насколько однообразна у него жизнь. Все могут, каждый, абсолютно каждый может перечислить, что происходит в жизни Хованского. Олег, это такой же человек, как и мы с вами. Он жизнерадостный парень. Он любит готовить. На костре, на мангале. Он все любит делать в походных условиях. У него есть много разных видео с готовкой. Всякие рецепты. С ним никогда не бывает скучно. Он всех, абсолютно всех заражает позитивом. Юрия. Ну нет, ну вы посмотрите, сколько всяких разных моментов было представлено со стороны Олега, со стороны Юрия Хованского. Сами делайте вывод, вам просто были вырезаны моменты из роликов Олега и Юрия Хованского.